Торговая точка по продаже хлебобулочных изделий на улице Крымской была установлена в соответствии со всеми правилами и нормами, но сроки разрешительной документации истекли. Собственники торговой точки совместно с сотрудниками предприятия «Ремстрой» демонтировали павильон, вывезли оборудование. Территория общего пользования освобождена. В то же время во дворе домов на улицах Владимирская и Тирская появилась новая детская площадка. Однако радость жителей омрачили арендаторы бара. По соседству с качелями и горками они разбросали строительный хлам, который еще и пытались сжечь. Специалисты муниципального контроля составили административный протокол и передали его на рассмотрение комиссии. Бар подаркой уже не раз привлекал внимание сотрудников администрации и правоохранительных органов. Жильцы соседних домов жалуются на громкую музыку возле этого заведения. В муниципальный контроль анапчане написали коллективную жалобу и попросили выяснить законность его расположения у них под окнами. Специалистами управления был осуществлен выезд и визуальный осмотр данного земельного участка, а также проведены мероприятия в соответствии со статьей 8.3 Федерального закона номер 294 о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В ходе проведения данных мероприятий было выявлено, что данный земельный участок используется не в соответствии с его целевым назначением, что является нарушением Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, статья 8.8 «Нецелевое использование земельного участка». По данному факту специалисты управления муниципального контроля отправили собственнику земельного участка досудебное письмо. Был сформирован пакет документов для искового заявления и передачи его в суд.